Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостнее предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось. Пусть вас ждут в Новом году яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки, удачи вам, финансового благополучия и взаимопонимания. Я благодарю всех, кто присоединился к нашим виртуальным прогулкам на канале YouTube, тех, кто был у меня на экскурсиях. Благодарю тех, кто был на моих экскурсиях, а потом делился с друзьями и близкими моими контактами. Это вдвойне приятно и ответственно. Спасибо вам, мои верные постоянные зрители, что вы всегда со мной. Поддерживаете меня и понимаете, когда долго не появляюсь на канале. Для меня этот год был очень плодотворный. И все благодаря вам, дорогие мои. Новый год для многих – это новый старт и новые планы. Многие захотят с 1 января жить по-другому. От всей души желаю вам, чтобы эти добрые начинания осуществились. С Новым годом! Обнимаю вас всех и в 2023 году жду вас в Риме! Grazie, signora. Scusi, eh. Oddio, scusi, dai. Non mi sa bene.
sempre stare insieme con loro. Dai, dai. Ehi, dobbiamo... Thank you.